Детской библиотеке Югорска 50 лет. Со дня основания изменилось многое. За полвека она перестала быть местом, где просто выдают книги читателям. Югорская библиотека постоянно совершенствуется, предлагает новые форматы. Например, недавно на базе учреждения открылся многопрофильный центр компетенций. Здесь дети постигают азы виртуальной грамотности, работают над созданием презентаций, занимаются фотоискусством и создают мультфильмы. Работает и такое направление, как инженерика. Это пространство, где юные читатели знакомятся с процессами явлениями в различных сферах. Уделяют внимание специалисты экологическому просвещению. Правильно сортировать отходы посетители учат на занятиях эко-школы. Но все же сердцем библиотеки остается книга. В фонде можно встретить действительно уникальные издания. У нас есть книги на национальных языках детские. У нас есть книги с дополненной реальностью. У нас есть вылочные, валенные книги. У нас есть фуникулярные книги. Это когда оживают страницы, когда ты их перелистываешь. Фонд действительно уникальный. Формировать его нам помогают и муниципалитет, депутаты городской, окружной думы и даже Тюменской областной думы.